Арно? В соборе Богоматери нашли тело. Кое-кто уже прозвал его грешником. Правосудие свершилось? Не совсем. Оказалось, у Севера в ту ночь был сообщник. Он и нанес удар. Это неприятное известие. Что ты узнал? Всего хорошего! Неужели мы снова встретимся?
Я почитал кое-что. Это древний культ. Прямо тут. Все лежит на столе. Новообращенный, мы используем чаши, что ты украл в ритуале. Входи. Революция притесняет католиков, которые так долго притесняли нас. Наш высокочтенный лидер слишком расположен ко мне. Что вы? К нам присоединились. В этом году. Много красоток. Вот я тебя! Братья и сестры Бафомета! Сегодня мы жертвуем жизнь нашей любимой сестры Жанны, славе и мудрости Бафомета. Жанна, прими нашу благодарность за твое бесстрашие. Thank you.
Portez-vous, 70 livres, vendu. Vous pouvez aller voir l'artisan, il est rue Neuve. Non, l'ancien. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Maître, oui, quelle petite idée. Этот... Все монахи немного странные. Быть запертым в четырех стенах не мед. Уж я-то точно знаю. Слушай, а проверь-ка этот монастырь. Кретинов прикончил. Кретин. Господи, брат Станислас, брат Бернар, даже брат Бенуа, а потом брат Жан. Все мертвы, уму непостижимо. Трое выжило, слава Богу. Но немыслимо. Разве возможно, что убийца один из них? Это смехотворно. Кто из них способен на такое зверство? Столько всего сразу. Во-первых, смерть двух наших старцев. Брат Жан налил им вина. Они выпили и ощутили усталость. Уснули и не просыпались. Я бегал к врачу. И что обнаружил, вернувшись? Все бегут. И брат Жан... Видел монаха. Вон там. Он разводил костер. Прямо в винограднике. Я крикнул ему убираться, и он задал стрекача. Столько всего сразу. Во-первых, смерть двух наших старцев. Брат Жан налил им вина. Они выпили. Я? Убийца?
Наоборот, я за лекарем бегал. Я беспокоюсь за брата Анаре. Они с братом Жаном дружили. Как бы теперь Анаре... Воля Божья всегда загадка для смертных. Нам остается лишь только искать и молиться. Но кое-что нужно. Я беспокоюсь за брата Анаре. Они с братом Жаном дружили. Убийство – смертный грех. Все мы грешники, но убийство – это для меня слишком. Воля Божья всегда загадка для смертных. Нам остается лишь только искать и молиться. Но кое-что можно узнать из писаний пророков. Заговорщикам было суждено умереть во сне. Жан пал от руки брата. Но разве исполнить пророчество – убийство? Все было в пророчестве. Даже это. Вот ведь умалишенный. Всегда так. Арестуй безумца, не ошибешься. Ну, вперед. Ты на верном пути, успех близко.